Скажи, ты недавно написал письмо Сергею Ореховскому личное. Что побудило тебя? Я не смог промолчать. Просто не смог промолчать, Альберт. Я не знаю, поймешь ты меня или нет. Моя жена стояла перед линейкой в Советском Союзе в 7 лет и говорила: вы не оденете на меня этот галстук, потому что я верю в Иисуса. Ее забирали от родителей только потому, что она была дитё верующих родителей, и она была в детском доме в 7 лет. Только потому, что она была просто девочка-христианка. Я вырос в той церкви, где мы были воспитаны воспитаны принципы. Знаете, у Иакова этот принцип есть. Я его открыл много лет назад. Смотрите, Иаков говорит о мудрости, сходящей свыше. И он говорит, то есть это божественная мудрость. И он описывает ее. Какое качество он ставит на первое место? Он не ставит на первое место дружбу. Мы с тобой друзья, мы с тобой старые друзья. Ты же нас не предашь. Мы же с тобой. Подождите, это мир так делает. Собутыльники так делают. Там еще кто-то так делает. Но мудрость, сходящая свыше, на первое место Иаков ставит истину. Во-первых, чиста. И так и пишет. А потом мирна. То есть, другими словами, мой мир может быть нарушен, если тут нет истины, нет чистоты. То есть чистота выше всего. Я так был научен. С другой стороны, то есть, ну, первое, что я бы сказал, это просто мое воспитание с детства. Это моя верность Богу. С другой стороны, я четко понимал, что мне Дух Святой говорит: скажи. И я, если честно, несколько дней ходил и с Богом разговаривал. Зачем? Я же подставляю других людей, скорее всего. Зачем? Я пастор, епископ Российской Церкви. Зачем? Он мой брат, он мой коллега. Не мое дело судить. Ну, сказал так, сказал. Ну что? Ну, не первый же раз, мы знаем Сергея Васильевича на протяжении многих лет, тоже какие-то вещи были. Все мы люди, что-то, ну, сказал. Ну, чего я должен, как бы, говорить? И что самое интересное, в какой-то момент я почувствовал, что если я не сделаю этого, я буду непослушным Богу. И это тот момент, когда Бог скажет: избавление придет с другой стороны, но ты и дом отца твоего. Помните, там история с избавлением, то есть что будет со мной? И я понимал, у меня будут проблемы с Богом. И потом мне пришло понимание, что не на это ли время вообще Бог дал мне такую судьбу. Ведь судьба моя такова, что я могу говорить открыто Сергею Васильевичу. Когда начинался РосХВЕ, Сергей Васильевич общался со мной. Мы были друзьями еще с конца 80-х годов. Большинство епископов России в это время еще не были даже христианами. Ну, если честно говорить. То есть очень немного осталось, я тоже часть совета епископа, очень немного осталось с того поколения, с которого я вырос. Моя жена старше меня, она захватила еще больше, но вместе с ней мы имели отношения с Сергеем Васильевичем достаточно близкие. Не дали, как года 2-3 назад Сергей Васильевич был у меня дома, и мы несколько часов просто сидели, откровенно говорили, очень откровенно говорили. Потом я увидел такую вещь, что в этот момент большинство людей просто чувствуют сильную боль внутри, когда их брат одобряет вот эту спецоперацию. Ладно, мы не политики, мы не судим, это не наше дело. Но ты мой брат, что ж ты делаешь? Посмотри на эти боли, на все эти страдания. И огромное количество христиан в мире просто, они чувствовали огромную боль от этих слов. Между прочим, сегодня я остановился, один человек мне тоже сказал об этом, он даже не знал ничего о моей статье. Он говорит: а вы слышали, вы читали, вы верующие, вы с России, а вы читали там один из ваших епископов? Что он сказал? Люди знают по всему миру об этом. Мир очень маленький, мир очень тесный. И я понял, что я могу в этот момент сказать как друг. И я просил: Господи, дай мне выразить, подобрать слова, чтобы не было никакой ни язвы, ни нету этого. У меня в сердце этого нет. Я отношусь к нему как к брату, который споткнулся. Но я понимаю, что после многих лет пастырства, епископства с такой биографией будет чудо Божие, когда он изменится и покается. Но я думаю сейчас о тех матерях и отцах,
которые смотрят на своего епископа, которые научены послушанию и говорят, наш епископ благословляет. Поэтому, сынок, ты пойдешь туда, мы помолимся. Воюй за нашу идею, за нашу страну. И потом болезненное прозрение, что мы делали. А в этом задействован епископ. И в этом есть огромный обман огромного большого количества людей. Когда-то мысль пришла ко мне, я подумал, я должен это сделать, я должен написать. Но я хочу оговориться, ну или ясно сказать, у меня абсолютно нет никакой цели продолжать это дело. Что-то еще делать. Я поступаю, как Иисус, или как апостол Павел сказал, что если кто из вас, или Иисус сказал, согрешит кто из вас, скажи ему. Грех был публичным, я публично сказал. То есть это все. Я не пытаюсь здесь что-то преследовать. У меня есть задание от Бога, которое я четко понимаю, что Бог ждет от меня. Я хочу это выполнить. Он перед своим господином ходит. Я лишь молюсь о том, что Бог дал ему покаяние. Но я скажу, я категорически против поддержки вот этой спецоперации. И я не мог просто промолчать, поэтому написал.